Я обращаюсь к вам, менты. Отбросьте в сторону понты. Откройте вы свои глаза, поймите, что с народом так нельзя. Нельзя народ свой унижать, который вам дает всем жрать. За счет народа вы живете и свой народ дубинкой бьете. Народ дубинками вы бьете, настанет день, поверьте, отгребете. Не будем долго мы молчать, за все придется отвечать. Вы бьете женщин и старух, а это может делать лишь петух, который в зону попадя не стоит там и 3 рубля. Вы митинги идете разгонять. Большой вопрос, что родила вас мать. Вас дьявол породил на свет, и в этом у меня сомнений нет. Ведь если к стенке вас прижать, тогда в штаны начнете сразу срать. Вы настоящие менты, у вас нет духа, лишь понты. Росгвардия сейчас, как полицаи, которые в войну народ сдавали, и скоро будет вам людской наш суд. На эшафот всех поведут. Есть среди вас, конечно, люди, но скоро их совсем не будет. Система тоже их сожрет, и честь, и совесть заберет. Я подвести хочу итог. За всеми вами смотрит Бог. У Бога есть для вас награда. Для вас врата открыты ада.